Что произошло? А ты кто такая? Привет, путник. Я нашла тебя на берегу, ты был без сознания. Мне пришлось тащить твою тушку сюда, дабы ты окончательно не склеил ласты. Хорошо. Что это за место такое? Ты на острове под названием Оксид Ржавчина. Интересное название для острова. Так его прозвали местные жители этого материка. В общем, я тебя спасла, и в благородство играть не собираюсь. Добудь для нас запасы ресурсов, и считай, что мы будем в расчете. Какие еще ресурсы? У вас что здесь, игры на выживание идут? Можно сказать и так. Добудь для нас запасы металлолома. Это местная валюта этих мест. Металлолом можно добыть в бочках, разбивая их, во всяких ящиках. Обычно такое скопление возле какого-нибудь необычного места или остатка разрушенных монументов. Погоди, девушка. Я здесь по спецзаданию. Вы что, хотите, чтобы я ходил и бил какие-то бочки охоте за металлоломом? Если ты хочешь выжить здесь, то для общего развития и сойдет это. Докажи нам, чего ты стоишь, и прояви себя здесь, в здешних кругах. Тогда мы будем говорить о тебе по-другому. А пока ты здесь новичок, кепка по-нашему, ты будешь выполнять мои поручения. Но если ты, конечно, такой опытный и все знаешь, ты можешь отправлять в свой путь по пустоши, и сколько ты проживешь, уже будет зависеть лишь от тебя. Но берегись любых здесь людей, они очень опасны, все готовы обокрасть тебя в свою выгоду, и даже не вспомнят о тебе. Пожалуй, ты права. Начну с металлолома. Где мне его найти? Отправляйся на юг вдоль берега. Увидишь разбившуюся об мель баржу, там и будет все. Ладно, так я и поступлю. Я очень голоден. Интересно, здесь есть что-нибудь поесть? О, какой-то торговый автомат. Надо же, посмотрите-ка. А тут живут цивилизованные люди, которые устраивают торговлю. Давайте-ка немного перекусим. Так, покушали, а теперь пойдем по делам. У нас есть задание. Опа! Нашел топор. Неплохое начало. Этим уже и можно и построить что-нибудь. Или кашу сварить. Так, она говорила вдоль берега. Хорошо, пойдем туда. Так, здесь у нас какая-то лодочная станция, что ли. Причал какой-то, порт. Самодельный. Ну, я так думаю, здесь можно лодку будет прикупить себе. Зайдем немного попозже.
принес металлолом. Ну вот, спасибо тебе. Ты помогаешь нам, а мы поможем тебе. Обустраивайся тут, пока не окрепнешь, автомат с едой у нас на первом этаже. Одна кровать свободна, можешь отдыхать тут. Ладно, набирайся сил, отдохни, а позже я расскажу тебе следующее задание.